Уникальность и функциональность. В комплексном центре социального обслуживания Ненецкого округа появилось новое оборудование, закупленное на средства, выделенные компанией «Лукойл» в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа. Теперь жители региона смогут получать расширенный комплекс услуг. От воздействия на нервную систему до инновационного метода лечения широкого круга заболеваний. На закупку оборудования нефтяники выделили более 3 миллионов рублей. У нас закрываются две сферы, которые позволяют образовать поле магнитное вокруг тела человека. Медицинская сестра Валентина Шипилова демонстрирует гордость комплексного центра социального обслуживания, закупленную на средства, выделенные нефтяной компанией «Лукойл», новинку для Ненецкого округа – магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг». Его спектр действия – от лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата до снятия стресса. Он очень прост в управлении, просто набирает нужную методику, соответствующую заболеванию человека. Например, артрит коленных суставов. Вот и включается аппарат. И сопровождается музыкой, то есть тоже способствует расслаблению, улучшению общего самочувствия. А это еще одна новинка – массажер для ног. С помощью аппаратного точечного массажа нормализуется давление, улучшается работа мозга и сердца. Вы знаете, успокаивает, вот в первую очередь это успокаивает. И хорошо сосуды работают, у меня вот плохо сосуды работают. Ног. Судороги бывают, знаете, сводят ноги. Прекрасно. Ночь спишь хорошо. Инновационный метод лечения широкого круга заболеваний, в том числе расстройства центральной нервной системы, применяется при использовании еще одной новинки для региона – комплекса биоакустической коррекции БАК. Также благодаря помощи нефтяников удалось полностью оснастить два кабинета психолога, в частности, обновить сенсорную комнату. Ну, компания «Лукойл» – социально ориентированная компания. Мы ведем постоянно политику именно для того, чтобы можно было помогать гражданам, то оборудование, которое было приобретено в рамках данного проекта, я уверен, что оно принесет большую пользу, расширит качество и спектр услуг, и самое главное, поможет реабилитироваться нашим гражданам. Среди новинок, которая уже пользуется большой популярностью у отдыхающих, механическая беговая дорожка. В частности, она помогает тем, кто проходит реабилитацию после инфаркта. После инфаркта самое важное – это дозированная ходьба. Дозированная ходьба может тренироваться вот именно на механической дорожке, потому что человек сам знает свое самочувствие. Также на средства нефтяников закуплен тренажер для терапии опорно-двигательного аппарата «Мини-тестер», установка для гипоксотерапии и другое медицинское оборудование. Мы делали анализ из тех необходимых реабилитационных услуг, которые требуются, и исходя из этого закупали. Несколько лет назад мы обновили ванное отделение полностью, купили гидромассажный душ. Вот сейчас сочли необходимым именно это оборудование купить, потому что как раз была именно в этом потребность. По итогам 2019 года услугами центра воспользовались более 180 взрослых и 240 детей. Из них 90 человек – инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Как руководитель я очень рада, потому что действительно и поддерживает нас, и есть возможность действительно принести реальную вот помощь, поддержку нашим гражданам округа, видеть их счастливые глаза, видеть уже, как говорится, вот за много лет видеть лица, которые приходят сюда, с удовольствием приходят. Чтобы записаться в комплексный центр социального обслуживания и получить необходимое лечение, нужно сделать всего лишь один звонок по номеру 454-63. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».